Здравствуйте, меня зовут Рита, мне 17 лет. У моей мамы очень большая проблема. 10 лет назад она узнала о том, что у нее прогрессивная катаракта. За эти 10 лет у мамы очень сильно начало ухудшаться зрение. На данный момент у нее на правом глазу 1% зрения, на левом она реагирует только на свет. Мы живем в Новозовске, у нас многодетная семья, папы у нас нет, мы живем вчетвером, я, мама и мои две младшие сестры. С моей средней сестрой мы учимся в Новозовском индустриальном техникуме. Самая младшая наша сестра, она ходит в первый класс. Нам больше некому помочь, так как наши родственники живут очень далеко от нас. А единственный наш доход – это детское пособие, которое мама на нас получает. Его хватает только на наше обеспечение. Мы очень просим вас помочь нашей семье, так как нам больше некому обратиться. Стоимость операции на один глаз стоит 60 тысяч рублей в городе Донецке, в больнице Калинина. На оба глаза надо 120 тысяч. Таких средств у нас просто взять негде. Живем мы на одно детское пособие, которое составляет 12 тысяч. Его хватает только на пропитание и на одежду. Мы очень сильно надеемся на вашу помощь, потому что больше нам обратиться некому. Мы очень сильно хотим, чтобы наша мама видела. Заранее большое спасибо.